Предлагаю приготовить торт «Наполеон» без муки. Для торта нам понадобится печенье слоеное, ушки, заварной крем, молоко для пропитки печенья и мелкая крошка печенья-ушки. Рецепт приготовления заварного крема вы видите на экране. На блюдо выкладываем печенье, предварительно смачивая каждое в молоке. Укладываем первый ряд, заполняя пустые места ломаными кусочками слоеного печенья. Крем должен быть достаточно густой. Рекомендую его наносить с помощью кондитерского мешка для удобства. И далее продолжаем чередовать слои печенья и крема. Последний слой также промазываем заварным кремом, распределяя его по поверхности торта и по бокам. Украшаем измельченным печеньем. Оставляем готовый торт на 8-10 часов в холодильнике. Приятного аппетита!